Body got a deuce. What? Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Твист, и добро пожаловать на очередную серию летсплея с механизмами. И сегодня мы будем облагораживать уже нашу территорию, наконец-таки я подготовил ресурсы, но я так чувствую, будет довольно-таки много пауз, потому что у меня сегодня планы довольно-таки большие. Итак, давайте быстренько тогда пробегимся, что я успел сделать без съемок, а без съемок я очень много успел сделать. Ну, для начала мы начнем с того, что я немножко уже тут буквально чуть-чуть доделал вот эту вот территорию, то есть землей ее засыпал. Дальше я сделал вот такой вот сквозной проход, как можно заметить. Он ведет сюда, то есть тут такая вот как бы лесенка, и он ведет наверх, вот в этот наш, так сказать, такое вот наше место. Ой, я упал. Также я надобывал довольно-таки много ресурсов, но это мы сейчас посмотрим. Я сейчас вам покажу. И также я изменения постигли и шахту. То есть сейчас я вам покажу, что я там поменял. У меня на заднем фоне начала гавкать собака. Надеюсь, это слышно на записи не будет. В общем, шахта расширилась на один блок слева и на один блок справа. Также вот видите, много здесь, очень много кобблстоуна, еще там в тех сундуках лежит. Здесь вообще просто огромнейшее количество кобблстоуна. Также сейчас я вам спущусь вниз, покажу. Я сейчас, кстати, в мирном нахожусь, я не хочу умирать часто, поэтому мы сейчас быстренько спустимся вниз. Также шахта вообще расширилась на один блок влево, вправо и вверх. На один блок расширилось, это нужно будет для дальнейшего, как для дальнейшего облагораживания вот этой шахты, то есть там всякие прикольные штуки делать. И также у меня есть здесь такой вот проходик, который ведет к ферме слизней. Ну, как ферме, я пока что вырыл просто, нашел один сайтик, который по чанкам ищет, где спавнится слизни. И вот примерно вот в этой вот территории должны спавниться слизни, по идее. Вот, это, вот в этом чанке. То есть, вот смотрите, вот у нас идет 0, вот у нас идет 15, и вот начиная с этого блока у нас идет вот чанк целый. То есть он идет 15 на 15. Вот как можете заметить. Этот чанк идет вот 15 на 15. И вот в этой области должен, по идее, должны спавниться слизни, вот в этой вот области. Потому что в программе показывалось именно так, то есть именно этот чанк. Ну что ж, давайте сейчас теперь отправимся назад домой. Я пока буду в мирном строить все, потому что умирать я часто не хочу. Сегодня, может быть, кстати, начнем хотя бы строить лифт. У меня там немножко слизи есть, один слизень большой заспавнился, я, по-моему, 13 слизей уже успел добыть. Это все я делал без съемок, потому что, я думаю, вам не будет интересно, как я это все рыл. А рыл я это очень долго и мучительно, можно так сказать. В общем, давайте поднимемся наверх. Здесь в скором времени будет такая вот, как мостик такой большой, красивый. Я надеюсь его все-таки сделать за эту серию. Ну, я буду его делать в паузе, начну его делать без съемок, а делаю уже в паузе. И также будет мостик, который будет огибать эту гору, а на вот этой вот горе будет какая-нибудь, может, башня. Я не знаю, еще придумаю, может, что-нибудь. Так, давайте теперь быстренько прибегимся по тем ресурсам, которые у меня есть. Если, как вы можете заметить, тоже куча кобблстоуна. У меня, кстати, глины до хрена сейчас обычные, да? У меня еще угля нету. Можно поставить вот эти 32 глины пережариваться. Можно еще вот эту поставить. Здесь так, и здесь вот так. Теперь, давайте, здесь у меня... Также я насобирал красителя красного вот в тех вот краях. Также насобирал много желтого красителя, одуванчиков много собирал. Вот у меня, вот они все ресурсы, которые я заготовил. То есть здесь гладкий гранит, гладкий диорит, гладкий андезит, также каменные кирпичи, желтая обожженная глина, полублоки булыжниковый, камень и желтый краситель, вот который я насобирал в
тех краях, и глину я тоже собирал, я могу даже пруф показать, то есть я в реке всю глину пособирал. Вот. Ну и здесь еще тоже, и пока я добывал, ну, точнее расширял шахту, пока я делал ферму слизней, я надобывал также вот такое вот количество ресурсов, то есть у меня уже почти стак золота, ну, грубо говоря, стак. Полтора стака железа у меня, также 6 изумрудов, куча кремния, куча редстоуна, лазурита и алмазов. И теперь я решил все делать на съемку, то есть буду записывать, как я там строю и так далее, но это я буду делать с паузами, то есть буду либо вырезать, либо буду паузы делать, ну, это, в общем, разберемся. И так, сейчас, наверное, будет первая пауза, потому что я дебил, я забыл насобирать дерево. Мне надо будет очень много дерева, поэтому первая пауза сейчас, наверное, будет. Я возьму алмазный топор, чтобы быстрее копать, точнее, копать, добывать дерево, ну, рубить дерево. И сейчас я отправлюсь, так как мне нужен дуб. Дуб, по-моему, в той стороне у нас находится. И сейчас я быстренько отправлюсь в те края, хотя можно и сосну взять. Но сосны у нас здесь очень мало, поэтому, ну, вообще я буду все добывать. То есть вот это, по-моему, у нас дуб, да? Да, это... Не, это ель. В общем, вот так вот я буду вырубывать все деревья в округе, потому что мне дерева надо будет очень много. Так, давайте я начну хотя бы, а уже точнее, в паузе я уже продолжу. Давайте вот еще какую-нибудь ель вырубим. Допустим, вот эту. И так, вот это сюда. Мне примерно надо будет, ну, стаков, наверное, 5 ели. Потому что это очень много, да, я знаю. И также надо будет дуба еще. Да, поэтому мне надо будет все деревья вырубывать в округе. Так, давайте еще вот это вырубим. И я ухожу, наверное, на паузу. Давайте и раз, и два, и три. Итак, в общем-то, я закончил добывать ресурсы нужные мне, это дуб и ель. Ель я насобирал не очень много, а вот дуба я насобирал, в принципе, достаточно. Я думаю, нам его должно хватить. Так, давайте теперь начнем, наверное, строить. То есть я сейчас... Что я сейчас буду делать? Сейчас нам надо подняться наверх, и я сейчас покажу, как я буду начинать все это делать. Ну, а уже без съемок я, наверное, продолжу. Итак, для начала нам надо сделать, будет доски, я сделаю себе верстак для начала. Делаем верстак, теперь переделываем весь дуб практически в доски, вот таким вот образом. И теперь из этих досок мне нужно сделать полблоки. Так, давайте вот так, вот так, вот так. Отлично, пока что, хотя, ну давайте еще чуть-чуть. Сделаем вот как раз из трех стаков, этого будет вполне достаточно. Так, один сюда, и вот, ага, у меня уже места нету. Ай, ну ладно, окей, давайте тогда сейчас мы сделаем здесь где-нибудь сундук и послаживаем все ненужные мне ресурсы. Вот так, давайте пока сложим это все дело таким вот образом. Пока все положим. Теперь забираем наши дубовые полублоки и забираем ель. Она нам пригодится. И теперь как я начну все строить? Во-первых, у меня будет большая территория, то есть это 4 блока. И поэтому я буду строиться вот так. То есть, смотрите, мы делаем следующее. И на... Сейчас вот делаем вот здесь вот так. Теперь на один блок мы спускаемся, делаем вот так. Теперь еще делаем вот так. И здесь мы делаем уже вот так. Давайте. Там надо будет, кстати, убрать вот этот блок. Вот таким вот образом.
Вот. И получится вот такой вот довольно-таки прикольный мостик. Сейчас мы еще на блок, наверное, ниже спустимся. И этого будет, в принципе, достаточно. Так, убираем вот этот цветочек. И начинаем строить вот таким вот образом это все дело. Теперь здесь мы делаем заворот такой вот, чтобы у нас все было идеально. Теперь здесь мы делаем вот так пока что и вот так. Дальше делаем вот таким вот образом. Вот это вот можно убрать, кстати говоря. Это нам, в принципе, вот эти блоки, они нам здесь не нужны. Ну и здесь заменить можно на те же самые дубовые полублоки. Давайте вот это все заменим. И здесь тоже. Получается вот такой вот, как бы, мостик, то есть по которому мы можем ходить. И вот так вот это все будет идти до конца. То есть вот примерно вот таким вот образом. Так, давайте еще я сделаю. Так, должно получиться 3 блока. Здесь, точнее, 4. 4 блока должно получиться. Давайте мы еще вот здесь вот так продлим. И да, 1, 2, 3, 4. Да, все верно. Теперь давайте сделаем вот так. Вот это все закроем. Здесь тоже можно закрыть. Здесь тоже. И вот так. Теперь 1, 2, 3, 4. Ой, чуть-чуть не так поставил блок. Можно и вот так, в принципе. Теперь 3-4 сюда. Так, сейчас вот это убираем. Ну, потом можно будет подобрать. Блин, это ё-моё. Так, давайте. 1, 2, 3, 4. Здесь надо будет... 1, 2, 3, 4. И вот здесь надо будет чуть-чуть побольше сделать место, то есть вот так как-то. Во. Примерно вот так это все будет выглядеть. Извиняюсь. И теперь сделаем следующее. Да ё-моё! Я упал. Так, давайте поднимемся наверх. И это я сделаю с помощью вот этих вот блоков сосновых. Мы будем 1, 2, 3. Так. Тут делаем дырочку. 4, 5, 6, 7, 8. То есть так вот у нас будет такие вот, как бы, шпалы стоять, на которых, как бы, будет держаться этот мост. И давайте здесь как раз вот прям посерединке получится красиво. 1, 2, 3. Здесь теперь тоже надо 4 блока длиной сделать. 2, 3, 4. Делаем вот так. 2, 3. Ну и вот здесь вот так. Примерно вот так вот у нас получилось. Конечно, не симметрично, но... Хотя давайте лучше покрасивее, по красоте все сделаем. Так. Тогда надо делать, наверное, вот так. Во. То есть вот так вот у нас будет идти такой вот мостик. И теперь давайте до конца уже сделаем это все дело. Ставим вот здесь. Теперь здесь 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И вот так вот, в принципе, это все у нас будет выглядеть. Так, давайте. Да, конечно, полублоков я много сделал. Я рассчитывал на поменьше, но так как у нас еще будет полублоки огибать вот эту вот гору и будет наверх идти, поэтому мы сейчас это, кстати, будем делать. Давайте примерно вот здесь все это уберем. Дело. Вот таким вот образом.
И одна сторона у нас будет идти вон туда, к шахте. Она будет также сейчас еще раз вот так спускаться вниз. Не, давайте мы лучше сделаем уже на воде спуск. А здесь мы сделаем пока что вот так. То есть, смотрите, сейчас я покажу. Давайте вот здесь еще по одному полублоку добавим. Делаем следующее. Здесь мы делаем вот таким вот образом. Вот так. Ну, а здесь мы делаем подъем. Так, давайте. Мы это все таким вот просто шикарным способом сделаем. Так, теперь здесь убираем вот это все дело и начинаем заделывать. В общем, я показал, как я буду это делать, даже не показал, уже больше половины сделал. Поэтому давайте я сейчас опять также уйду на паузу и продолжу, как только я закончу вот это все делать. Так, давайте и раз, и два, и три. Итак, я практически закончил постройку вот этого вот моста. Получилось довольно-таки классно. Мне прям самому нравится, как у меня все получилось. Ну, там я, конечно, не достроил, потому что у меня закончились попросту еловые эти... Короче, просто ель у меня закончилась. Но я вот, собственно говоря, построил пока то, что у меня есть, и вот получилось вот так. Здесь я еще планирую, я так подумал, сделаю водопад, который будет вот так. То есть там такой вот как... будет из камня сделанный выступ, который будет идти вот прямо до сюда. И здесь будет такой водопадик очень красивый. Я надеюсь, что у меня это получится сделать. Хотя, что там, в принципе, делать его. В общем, внизу я сделал вот такие вот как бы штучки. Типа оно держится все на вот таких вот бревнах. Стоит одно такое еловое бревно. Это все держится так, типа из... то, что у нас из андезита сделал, типа фундамента, что-то вроде такого. И также я, сейчас я тут подымусь, вот таким вот образом. Ну, давайте, сейчас я еще вот этот сломаю. Ну и здесь я расширил немножко проход, сделал не симметрично, а вот как сделал тут скалу, чуть-чуть подрезал. Сделал здесь вот такой вот как бы подпорку вон туда вот, наверх, то есть оно будет вот так вот теперь у меня держаться. И также сделал вот здесь такую как бы тоже небольшую скалу, ну, как подрезал скалу немножко. Здесь, кстати, надо будет заменить. У меня пока нечем, хотя не есть чем. Давайте заменим пока землей просто, чтобы было красиво хотя бы. Здесь я сделал такой вот балкончик. Тут у меня, получается, идет вход в шахту. Вот таким вот образом. Шахту я тоже буду модернизировать как-нибудь. Я придумаю, может, либо в следующей серии, либо без съемок. Также без съемок я добываю слизи и будем уже начинать строить какие-то механизмы, потому что уже пора как бы строить, уже третья серия, а еще никаких механизмов нет. Вот в четвертой серии мы будем строить уже начинать механизмы. Ну, получилось, в принципе, как-то так. Я примерно так и планировал, чтобы так получилось. Еще мы сделаем, потом добудем обсидиана и отправим, ну, сделаем себе портал в ад и отправимся в ад. Там еще добудем нужные мне ресурсы. Так, кварц, там, гоустоун, и тоже модернизируем как-нибудь вот этот вот мостик. Но пока получилось вот так. То есть довольно-таки круто. Мне вот прям нравится, как у меня получилось. Давайте еще раз рассмотрим его сбоку. Сбоку это выглядит просто шикарно, как можете увидеть. Мне прям вот доставляет это. Давайте. Так, вот. Вот это просто будет. А еще будет здесь водопадик. Здесь также еще будет башня стоять наверху. И это будет просто... Вах! Это, я не знаю, это очень будет красиво смотреться. Ну, получилось как-то вот так. Теперь у меня еще есть пока что время для записи. Я, конечно, на съемку много не делал. Я в основном делал все без записи. Ну, давайте я хотя бы начну. У меня есть еще дубовые. Да, есть у меня еще дубовые эти бревна. Давайте мы сейчас отправимся назад в наше место. И я покажу, как я буду
модернизировать нашу эту наш проход. То есть как мы будем его по красоте все делать. Так, берем, значит, давайте я, наверное, повылаживаю все ненужные мне ресурсы. У меня тут куча заборов и всего прочего. Оставим только вот эти вот ресурсы. Это дуб. Берем также... Так, берем также желтую глину, побольше андезита и все, в принципе. Этого пока что хватит. Значит, как мы будем модернизировать вот это вот все дело? Я планирую сделать следующее. То есть, смотрите, для начала нам нужно углубиться в вот сюда вниз на два блока. Начну я сразу, наверное, отсюда, вот прям вот возле входа. Мы ставим вот сюда эти блоки. Здесь у меня будет стоять glowstone. Дальше. Дальше мы ставим вот так вот андезит. А здесь мы поставим... Так, давайте я уберу вот это все дело. Ну, а здесь мы ставим блоки из... Ну, обычные дубовые доски. Давайте, точнее, не дубовые доски, а дубовые бревна. Вот это мы тоже можем, кстати, убрать. В принципе. Раз, два, три. Отлично. А верх мы будем делать из... Наверное, я не знаю, из чего можно верх сделать. Так, тут, кстати, можно еще будет сделать вот такую вот окантовочку. То есть, смотрите. Раз, два. Пока что сделаем вот так. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так вот. То есть, как-то так будет это все выглядеть. Можно еще даже добавить немножко камня. Именно камня, а точнее каменных ступенек. Можно добавить чуть-чуть, буквально. И это будет все внизу так вот у нас находиться. То есть, нет, не так. Примерно вот так. То есть, у нас все это будет выглядеть. Ну, тут я еще что-нибудь придумаю. И так же самое будет выглядеть это с другой стороны. Давайте мы с другой стороны сделаем точно так же. Я в этой серии показываю, как у меня все будет выглядеть. Без съемок я, наверное, это все сделаю. Либо на съемку, я не знаю, пишите в комментариях, как мне это лучше сделать. Также пишите в комментариях ачивки свои, не забывайте. В следующей серии я надобываю слизи, и мы будем уже наконец-то начинать строить лифт вот сюда, и начинать облагораживать уже вот эту вот территорию. То есть вот эту вот. Давайте здесь поставим бревна. Дальше здесь мы ставим андезит. Здесь мы ставим раз, два, вот эти блоки, ступеньки. Теперь здесь мы вырываем вот такую вот большую территорию. Так, давайте вот тут поставим тоже андезит пока что. Здесь будет glowstone стоять в будущем. И ставим здесь вот таким вот образом блоки. Тут можно, кстати, так сделать. В принципе, неплохо получится. Ну и здесь раз. Так, два. Раз, два, три. Ну, а верх я уже придумаю, как можно будет сделать. Либо я сделаю, не знаю, как даже. Наверное, вот так как-то. То есть, не так некрасиво будет. Ну, в общем, верх я придумаю, как сделать. Пока что давайте я уже доделаю наше... вот эту вот всю хреновину. Давайте, у меня, по-моему, факела там были, кстати, в инвентаре. Я их, по-моему, выложил в сундук. Давайте пока что за место glowstone просто сюда факела поставим. Таким вот образом. Кстати, а ну-ка, у меня такой вопрос появился. Есть же, по-моему, каменные эти заборы, да? Я вот не знаю. Давайте проверим. По-моему,
есть или нету. Нет, каменных нету, есть только с булыжника заборы. Вот они. Давайте мы проверим одну вещь очень интересную. Вот это мы забираем. Можно сделать, кстати, вот так. То есть поставить просто туда факел и поставить вот так вот забор. Давайте мы еще вот туда поставим. Ой. Вот так можно сделать. Ну, с глоустоуном, я думаю, будет покрасивее. Давайте мы сразу все тут поделаем. Так. Давайте вот тут раздолбаем весь этот булыжник. Я сделаю вот эту еще одну часть, и все. И на этом, я думаю, мы закончим эту такую вот... Ну, я не знаю, интересная вам будет серия, неинтересная, как я тут все это облагораживал. Ну, думаю, по вашим лайкам я пойму, интересно вам было это или нет. Давайте так вставим здесь. Раз, два. Раз и два. Дальше сюда, 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 сюда андезит. И теперь мы... так, вот тут я сразу, наверное, уберу лучше. Лопата моя. Где? Так, и здесь мы ставим раз, два, три. Раз, два. Так, я сказал два. Так, вот, ну, быстрее. Так, сюда и сюда. Здесь точно так же все будет выглядеть, только здесь я чуть по-другому сделаю. Это все тут будет примерно точно так же. Ну и пол у меня будет, наверное, из чего? А ну-ка, гладкий либо гранит, либо... этот диорит. Давайте попробуем. Может, будет красиво. Давайте. Из чего лучше нам сделать будет пол? Ну так, знаете, вроде как и смотрится, а вроде как и нет. То есть непонятно. Можно, кстати, сейчас пока что сделать еще вот так. И здесь убираем вот это все и ставим вот так блоки. Во. Примерно вот так оно все у нас будет выглядеть. Я думаю, довольно-таки красиво будет смотреться. И также у нас будет везде. То есть такой вот проходик у нас будет. И здесь такой вот мостик красивый. Ну, на этом, я думаю, я закончу. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Твист. Всем удачи, всем пока.